год назад, практически год назад, в мае месяце мы были здесь, где решили с департаментом образования, с директором школы, с директором дошкольного учреждения детского сада 225-го, с директором 71-й школы, провести здесь ремонт и сделать спортивную базу для учеников школы, в которой почти по 1000 человек учатся, в детском саду порядка более 300 деток учатся. Ремонтные работы или вообще какие-либо работы не проводились, наверное, последние 40 лет. Поэтому все устарело и морально, и физически. Мы планомерно уже подходим к завершению благоустройства или оборудованию спортивных комплексов при школах и детских садах. Делаем все для детей, для одесситов, для того, чтобы чувствовали свою заботу и дети, и родители, и школьники.